дать дёру! Нахер его! Пошли отсюда, Джекс. Идем, Джекс. Давай. Идем. Взгляд Джекса. Что я наделал? Я убил всех. О чем я думал? Как я мог? Как? Собачий. Да, для охлаждения.
О, черт. Солидное железо. Вот, подойди. Черт. Что? Так, стой там. Стой, еще не все. Вернись. Фидбак, что за хрень? Итак, как выглядит? А как это выглядит? По мне, как охрененное предательство. Как ты вообще сюда Послушай, попал? Послушай, я бы не стал, ты же знаешь. Войну продался? Нет, стой, чувак. Не ври мне, не смей врать мне в лицо. Взял тебя в долю и что? Но, брат, мы же семья, я тут ни при чем. Он заставил. Чё за... Какого хера? Он все видит. Не убивай меня, брат. Прошу. Живо вниз. Найди, суку. Все хорошо? А, вышло мало. Загрузка прервалась. Черт, так и знал. Ладно, но тогда я сам туда пойду. Ты что, спятил? Даже если ты проберешься, бесполезно. Там стоит шифр. А что мне делать? Ники у Дэмиана, плюнуть на все? Конечно нет, я не это имела в виду. Но он хитрит. Да, сначала сам разберусь, что это такое. Дэмиану верить нельзя. Я знаю. Короче, давай... решать одну проблему за раз. Ладно? Если я достану данные, расшифруешь? Нет, это слишком сложно. А кто сможет? Допустим, этот... ненормальный... Тобиас, он работал тут. Окей, с него и начнем. Главное, будь осторожна. Я и так осторожна. Прости. Окей. Окей. Ого. Ох ты. Реймонд Кинни. Это точно он. Он был разработчиком, нанятым для запуска всей сети ОС. Он создал кодировщик. У него должны быть лазейки. Чтоб влезть туда. Кинни круче всех. Это же его комната. Он просто гений. Нет-нет, он легенда. Думаю, легенду найти непросто. Его нет в сети. Вот уже год о нем никто не слышал. Скрывается где-то. Так, в сети можно найти кого угодно. Кинни в том числе. Найдем, где он был в последний раз. Он год как пропал. Замучаемся искать. Есть. Зараза умеет заметать следы. Но в одной точке он часто ошивался. Значит, через нее сможем найти Кинни. В теории. Отправляйся туда, подключишь меня к компу. Поищу еще раз из бункера. И клиент наш. Тут никого. Еще там гляну. Ты мне заплатишь, Тибон? Да-да. Ты должен ему сотню баксов. Привет, Рэй. Да закрой за собой рот. Ну, теперь, когда мы познакомились... Послушай, друг, серьезно.
Из-за того, что ты здесь, меня вычислят. Есть информация. И что дальше? И есть сложность. Расшифровка. Я нашел источник. Черт. Тогда ты меня точно засветил. Мы осторожны. Мы? Ну, убеди меня. Это не делает нас с тобой друзьями. Меня заказали. Погибла племянница. Эти файлы приведут меня к ним. Я найду их с тобой или без. Просто с тобой это проще. Заключим сделку. Думаешь, я тут торчу ради своего удовольствия? С тех пор, как эти ублюдки меня вышибли, я ищу путь в систему. Мне нужен человек, который закинет программу «Шпион» в их сеть. Видимо, это не просто, раз сам не занялся. Эй, если бы было не просто, давно бы сделал все сам. Это невозможно, мать его, мне к ним не подобраться, не подняв тревоги. У них есть моя биометрика. Я так понимаю, у них там вся охрана на меня настроена. Я помогу. Но потом... поедешь со мной в Чикаго. Да ты что? Со мной.